Вот яхта домой плывет. Мои родители сегодня денек плавали. У нас сейчас 7 часов вечера. Вот наша дамба, даже соседка вышла. Вот так вот. Наш дом. Я машину светить не буду. Другие машины наши, там другие лодки. И вот сейчас она идет с плавания. Капитан Немо возвращается домой. Сейчас я буду ее ловить. Весит 7,5 тонн, кили 2,5 тонны, но они поднимаются. Так что в этой воде она может лежать. И вот я ее сейчас буду ловить. Но это дело двух рук, так что придется отложить, как бы сказать, камеру. Но я снимаю с этого стеба, самсунговского теба. Ну вот она подходит. Мачта метров 14, сама лодка 11 метров, 6 спальных мест. Предназначена для пересечения Атлантического океана, поэтому называется Атланта. Аталанта. Аталанта 31 фут. Вот она приходит. И родители соседям машут, соседи вышли. Ну давай, кобыла, я тебя сейчас пришвартую. Ну все, выключаю камеру, мне ее ловить надо. Она, сука, тяжелая.